В советское время повара, принимаемые на работу в Кремль, не только проходили тщательную проверку, но еще и имели военные погоны. Объяснялось это тем, что за питание первых лиц страны Советов отвечали спецслужбы, и все работники кухни автоматически становились сотрудниками КГБ. У каждого руководителя были свои пристрастия и требования к подаваемым блюдам, а для приема всегда готовилось нечто особенное. Сегодня на канале «Сплетники» любимая еда вождей Советского Союза. Вождь мирового пролетариата в еде был настолько неприхотлив, что иногда даже не мог объяснить, что же он ел на обед или ужин. Если бы не проблемы со здоровьем, возникшие у Владимира Ульянова еще в студенческие годы, он бы вообще не обращал внимания на свое питание. Периоды, когда ему удавалось довольно регулярно питаться, связаны с тюремным заключением и ссылкой. В тюрьме всегда была горячая еда, хоть и в виде похлебки, выдавалась регулярно, а в ссылке в Шушенской питание будущего вождя было очень здоровым – свежее мясо, рыба, молочные продукты. Из напитков Ленин предпочитал пиво, но пил его мало, не более кружки, а во время длительных совещаний с соратниками заказывал чашку черного кофе. Основным напитком после революции был чай. Очень жаловал Ильич грибы, которые сам и собирал. Любил охоту и, пока позволяло здоровье, с удовольствием ел свежеприготовленную дичь. Вкусовые пристрастия у отца народов со временем менялись. В довоенное время основу рациона Иосифа Сталина и его семьи составляли простые блюда, в основном русской или украинской кухни. Особой любовью пользовались замороженные щи. Благодаря особому способу приготовления капуста в них получалась янтарно-прозрачной и очень нежной. Во время пикников неизменно присутствовал шашлык и множество разных бутербродов. Любил Иосиф Виссарионович и печеную картошку, которую для него готовили постоянно, причем если картофель успевал остыть, то порцию выбрасывали и ставили следующую партию, чтобы подать блюдо свежеприготовленным. Уважал Сталин рыбу, в его подвале на ближней даче были оборудованы два бассейна для нее, готовилось всегда только свежевыловленное. Перед самой войной Сталин стал постепенно возвращаться к национальной грузинской кухне, однако всегда соблюдал баланс, потребляя грузинские блюда в праздничные дни и особые даты. Меню было соответствующим – лобио, чахахбили, харчо, сулугуни. Шашлык для вождя готовился совершенно особенный – из двухнедельного ягненка, питавшегося только молоком матери. Его разделывали так, чтобы не повредить ни один внутренний орган, давали сутки отдохнуть, затем мариновали. В результате мясо получалось сочное, нежное, тающее во рту. Участие в приемах, где подавалась так называемая дипломатическая еда, Сталин не особо жаловал. К еде почти не притрагивался, довольствуясь бутербродом с рыбой или икрой. С годами, когда Сталин жил уже один, режим его питания нарушился, что сказалось на здоровье. Единственный нормальный прием пищи происходил после заседания Политбюро, ближе к 23 часам. До этого лишь перекусывал или пил чай с бутербродами. Показательно, что позднюю трапезу он приглашал разделить с ним именно тех, кому доверял меньше всего. Лишь после того, как они начинали есть, приступал к еде сам. В конце жизни Сталин считал, вокруг него одни враги и даже иногда готовил себе сам на электрической плитке, боясь отравления. Никита Сергеевич любил пищу простую и сытную. На его столе частенько бывали вареники, пельмени, пироги и блины. Из всех первых блюд больше всего ему нравился охотничий кулеш. Кровяная колбаса была постоянной гостьей на его столе, как и жареное мясо, фаршированная свинина с домашними соусами, разнообразная рыба. Вся семья Хрущева любила мороженое, не отказывались и от десертов, желе, варенье, разнообразные компоты. Обязательными были на столе свежие фрукты и овощи. На завтрак всегда подавалась каша, а после ужина только кефир домашнего приготовления. Банкетное меню поражало своим разнообразием. Тут и заливные креветки, и судак, фаршированный крабами, которые соседствовали с охотничьим кулешом и жареной кровяной колбасой. Леонид Ильич был настоящим гурманом. Любил дичь не только свежего приготовления, но и свежего отстрела, поэтому бригада поваров неизменно сопровождала генсека на охоте, чтобы освежевать и тут же приготовить недавно застреленного кабанчика. По свидетельству современников, любил Брежнев больше всего курник и свежеприготовленный легкий суп. Очень нравился ему традиционный украинский борщ. Все блюда готовились при личном контроле супруги генсека Виктории Брежневой. Когда возникли проблемы с зубами, просил готовить ему мягкую пищу, а котлеты любил только холодными. С годами Леонид Ильич озаботился лишним весом и стал есть совсем мало, хотя на правительственных приемах столы всегда ломились. Дома, на даче, на работе в Кремле у него всюду стояли весы. Если генсеку удавалось сбросить вес, то он был буквально счастлив. Если же набирал даже 500 грамм, тут же требовал сначала заменить весы, потом взвешивался во всех комнатах. И очень жестко ограничивал себя в еде.
На ужин мог удовольствоваться капустой и чаем, иногда творогом или парой сырников. Генеральные секретари Андропов и Черненко находились на особом питании из-за болезни. Первый питался без соли из-за почек, а второй больше времени провел на больничной койке, чем в Кремле. Первый и единственный президент СССР и его супруга питались очень просто и не любили, когда после очередного приема пищи оставалось недоеденной много еды. На завтрак Горбачёва всегда ели кашу, сыр и хлеб. Из напитков Михаил Сергеевич предпочитал кофе, а вот во время выступления официант каждые 15 минут менял перед президентом чашку чая с молоком. Во время зарубежных визитов он без опаски пробовал экзотические блюда, а вот Раисе Максимовне и лягушачьи лапки или мясо змеи незаметно заменяли привычной курицей. Супруга президента сама следила за своим весом и весом мужа, поэтому просила поваров не подавать ему выпечку и жирную пищу. Вот такими были гастрономические пристрастия вождей советского народа. Не такие уж они и гурманы, как вы считаете. Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, все ссылки под видео.